умирай!
Кажется, ты звал. Старейший ворон, кто тебе нужен? А где еще мне быть, как не в городе мертвых? Спрашивать или стоять столбом, как будто увидел привидение? Скажи мне, как попасть к источнику душ? Источник душ — место невообразимой силы. Ключ к жизни и смерти, и самому сотворению. Для того, чтобы попасть к источнику, тоже нужен ключ, который был разделен много лет назад. Ангелы хранят одну половину, а демоны — другую. И они никогда не должны соединиться. Умри, если ты не соединишь их, чтобы спасти брата. Чтобы спасти войну, я готов штурмовать Белый город. Сомневаюсь, но в этом нет нужды. Два ангелов простирается далеко за пределы Белого города, так же, как и владение демонов за пределы Темного царства. Тебе все станет ясно, когда ты попадешь к древу. Я уже это сделал, старейший ворон. Не менее ты должен снова найти древо и отправиться туда, куда оно укажет. Авессалом жив? Да, Авессалом жив. Его ярость и огонь распространяются, как порча. Он хочет отменить акт творения и нарушить равновесие. Я убил Авессалома когда-то, ворон. И если бы можно было вернуть время вспять, я бы его пощадил. Думаю, что он проявит ответную любезность. Как мне возродить человечество? Жизнь зарождается в источнике душ. Именно там души умерших обретают новую жизнь. Я убил чудовище, которое обитало здесь. Я освободил души людей. И времена этого было бы достаточно. Но что-то черпает силу из источника, оставляя только пустоту там, где была жизнь. Знаю, что ты только обрек души на еще большие муки. В таком случае надежды больше нет. Человечество погибло. Так. Даже сейчас у тебя есть сила, способная возродить источник. Нефилимы? Если ты пожертвуешь их души, у них одних есть сила, чтобы исправить содеянное. Значит, я должен пожертвовать нефилимами своими братьями, чтобы возродить человечество. Ими руками убил нефилимов. Этот сломанный талисман — все, что от них осталось. Чешь их на вечные муки в этой клетке у тебя на шее? И отправляйся к древу. Бледный всадник во плоти. Это...
сердца. Быстро, всадник. Ты пойдешь со мной. Это и делаю. Оно здесь, у древа, на случай, если вдруг понадоблюсь тебе. Да, кстати, прах своим клювом умеет не только клевать трупы, всадник. За ним и ты найдешь ключ. Иди за прахом и найдешь ключ? Все так просто, старейший ворон. Верно, ты прав, смерть. Будущее — это секрет, который даже я не могу хранить.
Я не узнаю это место. Куда ты меня привел? Место называется «Утраченный свет». Это застава, которая находится далеко за вратами рая. Именно здесь ангелы спрятали свой ключ от источника душ. Почему здесь? Почему не в Белом городе? Ангелов тоже есть желающие воспользоваться ключом в своих интересах. Поэтому его и спрятали здесь, чтобы до него не могли добраться интриганы. И миряне на это надеялись. Источник имеет власть над всей жизнью? Хотя я подозреваю, что в твоем вопросе кроется нечто большее. Давай, всадник, спрашивай. Четверо не знали про источник. Почему его скрывали от нас? Не боюсь того, что ты можешь сделать с этим знанием. Нельзя разрешать нефилимам уничтожать творение. Они должны остаться мертвыми. Значит, источник может воскресить их? Мы и добрались до сути вопроса. Да, источник — купель всей жизни. Ангелов, демонов, людей, даже нефилимов. Ими мечами они посеяли хаос. А из хаоса возникла порча. Рав, убив их. Но здесь, у древа, на случай, если вдруг понадоблюсь тебе. Не место для лошади. Thank you.
Могу предложить кое-что новое, если у тебя есть деньги. Отличный выбор. Новые товары. Пускай. Да. А у Вульгрима много ключей.
Ну, с глазом Авадона, это ты. Иди сюда, скорее. Yeah.